Блин. Билеты были бесплатные в исторический музей в честь их 147-летия. И также были проведены там всевозможные конкурсы, мастер-классы и викторины. И я случайно поучаствовала в викторине и
получила такой небольшой подарок. Это календарь на этот год от ГИМа. И также вот такой вот подарочный сувенирный блокнот от исторического музея. Такая приятная мелочь.